Да, ну, конечно, ответственность редакторов существует за то, что посылать журналистов в пекло. Потому что там непонятно, что происходит, и непонятно, на чьей стороне правда на самом деле. Там славяне между славянами воюют. И можно так образно сказать, что дядя Сэм радостно потирает руки, видя, как течет славянская кровь. Но журналисты — это, так сказать, разбойники с большой дороги, которые хотят информацию продавать за деньги. Вот они и получают. Идей-то нету, собственно говоря, кроме денег. Поэтому получают свое.